Итак, друзья, мы с вами продолжаем играть в игру Seven Days to Die, но продолжаем мы с вами, вернее, даже так скажем, начинаем с чистого листа. Дело в том, что предыдущий сейв, к сожалению, не загружается. Вот там, где мы с вами закончили, вот с этого момента я просто не могу дальше идти. И так как вы знаете, что игра сохраняет сама на себя, то есть переписывает свой сейв, то и предыдущего какого-нибудь запасного сейва у нас, к сожалению, нет. Вот, но я так думаю, что все, что не делается, все к лучшему. Мы с вами начнем новую игру и все настроим теперь под себя. То есть, если раньше мы играли по дефолту, то теперь вот сделаем так, как мы сами захотим. Сделаем мы вот, пробежимся сейчас по вот этим вот настройкам по-быстрому. Здесь у нас средний уровень сложности, дальше 30 минут у нас сутки, 35% от суток у нас будет только ночь. Дальше вот этот вот огонь друг в друга, да, мы не сможем стрелять с игроками, которые будут у нас на сервере играть. Дальше у нас вот этот вот спорный пункт, но я решил, что все-таки вот этот вот, я выберу вот эту вот функцию, да, вот эту вот опцию, что зомби никогда не будут у нас бегать. То есть мы можем поставить всегда бегать, или как они ведут себя, да, ночью бегают, днем нет. Все же, наверное, мы вот так вот поставим, никогда не бегать, зомби они должны быть зомби, то есть медленно двигаться, да. Но мы себе, в общем-то, сделаем, усложним игру немножко другими пунктами. Так, дальше здесь у нас иконки не отображаются, здесь у нас стопроцентная, так скажем, твердость блока, да, вот. При смерти мы будем терять абсолютно все, дальше при выходе из игры ничего не теряем. Урон, который будет наносить наш герой, средний, а вот здесь вот тот пункт, о котором я вам говорил. Мы возьмем с вами вот хай, то есть нам будут наносить очень много урона. Это 150. Да давайте 200, что тут, да? Давайте 200, чтобы совсем уж жизнь малиной нам не показалась, чтобы мы не подумали, что оказались где-нибудь в раю. Вот, зомби нам будут наносить 200 урона. Ведь верно же, да? Вот, да. Урон, который наносит, который получает игрок от всяких врагов. Да, все верно. Вот, и дальше. Здесь у нас, сколько нас будут искать, помнить и искать зомбаки. Я так думаю, что 30 секунд это вполне нормально. Для безмозглых, безголовых зомбаков это вполне так реально, да? 30 секунд. Дальше у нас здесь, опять же, следующий пункт, который мы себе сделаем так чуть пожестче игру, да. Вот, у нас будет много зомбаков спаунится, не среднее, а много. Конечно же, очень много я не буду делать, это 150, потому как это будет довольно-таки странно выглядеть. Вот, где-нибудь в пустыне, да, будет толпа народу заспауниться. То есть, ну, как там в пустыне? Откуда они там все взялись? С неба, что ли, свалились? Дальше, крафтить мы с вами будем быстро. Лутать мы тоже будем с вами быстро. Неохота мне сидеть полминуты, да, просто смотреть в экран. Вот, читы у нас отключены. Игра у нас будет публичная на 4 игроков. Ну и, в общем-то, все. Начинаем игру. Начинаем новую игру с чистого листа. Вот, и хотелось бы мне заспауниться где-нибудь в зимнем биоме, потому как я его, откровенно говоря, не видал. Вот, было бы интересно взглянуть на все это. Ну, прям как по заказу, смотрите. Просто здорово. Вот, я заказал, я получил. Ну что же, хорошо. Давайте смотреть, где мы оказались внезапно, да. Вот мы прибежали из радиационной зоны. Вот как-то там выбрались и зашли в зимний биом. То есть нам стоит что сделать дальше? Дальше мы можем побежать вот так вот. Скорее всего, так и будет, да. Вот, пойти вот так, повернуть налево и вот здесь вот пробежать. Вот, ну и мы видим, что где-то тут зомбачье заспаунилось. Появилось. Так, вон я вижу дупло, может быть здесь кто-нибудь что-нибудь спрятал интересное. Нам бы, конечно же, хотелось, во-первых, мне бы хотелось оружие получить. Вот, я так думаю, что так как мы с вами договорились, что мы не будем, в общем-то... Так, давай. Ничего нет. К сожалению, ничего нет. Вот, а зомби довольно-таки быстрые. Тоже нам не надо этого. Так как мы с вами ничего не будем строить, огородики, там, садики, возможно, скорее всего, не будем сажать.
Вот, то нам нужны оружие, еда, также питье какое-нибудь, вода, например, да. Вот, и может быть частично какой-нибудь металл, там что-нибудь такое вот, чтобы все же... Так, нам куда-то, куда, вот туда, да? Да. Если мы будем прятаться где-то по ночам, то все же, наверное, стоит чем-нибудь таким вот, ну, загораживаться, да? Ну, скорее всего, я так буду собирать, думаю, что буду собирать металлолом. Так, ну, по крайней мере, вот хоть чуть-чуть еды у нас с вами появилось. Уже хорошо. Так, и камни. Камни там нам тоже с вами нужны. Опять же, баррикадировать проходы, окна, двери. Вот, хоть зомби теперь у нас и не будут бегать, но, в общем-то, вы видите, да, что вот эти вот довольно-таки, ну, проворные. А мы еще с вами не забываем, что здесь у нас есть и псы. А кроме того, что псы, так еще и летающие есть, стреляющиеся, плюс ко всему всякие там зомби-пауки и так далее. То есть, я так думаю, что выжить будет здесь, ну, не так уж, чтобы и просто. Вот, если я туда пойду, это я туда, да. Вот, но я, конечно же, хотел бы... Нет, уже не хочу. Уже не хочу. Я вижу там псов. Я вижу псов, и это мне не нравится, потому что у меня совершенно нечем от них отбиваться. Вот. Как хотите, так и думайте. Но вот умереть прям так сразу... Я всегда смогу вернуться туда, да? Вот. Хотя бы хоть какой-то ножичек, ну не знаю, ну не в руками же биться. Драться не руками же, верно? Тем более, что нам... Вот, ну совсем другое дело. Вот теперь мы можем пойти. Вот, тем более, что... 200 урона, мы не забываем. 200 урона нам будут наносить... Будет наносить нам зомбачье. Да откуда ты, гад? Ах ты, гад. Как тебе это, а? Я буду мстить. Вы видите, да? Вот один удар. То есть с одного удара практически у меня нет здоровья. Два удара, и я труп. То есть если, скажем, вы подумаете, что мы слишком сильно себе облегчили жизнь тем, что зомби теперь не будут бегать, так нет, на самом деле не очень-то облегчили. Я так думаю, что, может быть, даже слишком усложнили. Вот, как-то так. Потому что я даже вот не знаю сейчас, что делать. Там псы. Вот, я боюсь, что эти псы самые нам сейчас наваляют. Одного укуса, скорее всего, нам будет достаточно, да, для того, чтобы кони двинуть. Потому как здоровье восстанавливается так слабенько, откровенно говоря. Вот, зомбаков там очень много. Здесь у нас сзади идут. Вон, псы бегают. Что-то мне это не нравится, откровенно говоря. Вот, на один удар у нас всего здоровьется. Давайте мы не будем пока что рисковать. Вот как-то не хочу я рисковать. Прям так сразу же сдохнуть. Вот. Ни за что, ни про что. Я сейчас попытаюсь добраться до вот этого дома. Там немножко пошастать и хотя бы найти один, ну, одну пилюлю, так скажем, да? Которая восстановит нам здоровье. И вот тогда вот с этими пилюлями как-то мы более-менее будем себя чувствовать нормально. И тогда можем вернуться, посмотреть, что там в этих автомобилях. Хотя я не думаю, что там что-то такое вот супер интересное есть. В общем, мы будем с вами так с осторожностью играть. Ножичек возьмем. Во-первых, этот ножичек мы сможем с вами потом переделать в металлолом. Во-вторых, патронов не так, чтобы очень уж много. Вот, а зомбаков и псов вы видите, что довольно-таки много. Вот, и давайте, наверное, я вот так попытаюсь сделать. Там он, я вижу, есть. Нельзя ли как-нибудь вот так вот пролезть? Да, нельзя. Нельзя, но мне самое главное, чтобы... Да, фиг там.
сдохни, гад. Да сдохни ты. Вот, ладно. Первый пошел. Вот сейчас второй будет. Третий, четвертый. Ну, и что я вам скажу? Что я могу сказать? Чё-то мне кажется, что я слишком уж как-то усложнил себе жизнь здесь. Пожалуй, да? Так, ну ладно, псов нам все равно нужно отстрелять. Вот. Да откуда вы выскакиваете? У меня ж патронов на вас на всех не хватит. Офигеть. Как-то тут слишком уж как-то так стрёмно. Так. Я бы... ну, в общем-то, мы с вами сделали спаун, да? В полтора раза больше. Поэтому что тут удивляться-то? Что народу больше, чем кислороду. Вот действительно, что теперь их тут очень много. Вот, поэтому как-то будем вот так вот, наверное, да? Это у нас какой-то получается полустелс теперь. С тремя патронами. С минимумом еды. Кучей псов. Вот теперь вот действительно стаи псов. Если раньше там 1, 2, 3 там было, да? Редко 5. То теперь... Вот если было 5, то теперь вот 7, 8, 9 у нас может быть псов. Короче говоря, вот что-то как-то сложновато. Ну да, ничего страшного, я думаю, что это на первый раз. То есть самое главное, когда мы с вами найдем что-нибудь такое вот, патронов побольше, вот тогда у нас полегчает. Я уверен, что полегчает. Вот, мы вроде бы как, смотрите, обхитрили, да? Нельзя сказать, что очень уж прям так как-то. Но, тем не менее, псы где-то в сторонке остались. Да, вот эта штука нужная, не спорю. В зимнем биоме особенно эта штука нужная. Пустая баночка, ну возьмем. Вот, я бы хотел все же, во-первых, внутрь заскочить. Во-вторых, я бы хотел, наверное, все-таки залезть наверх и там... Так, где-то меня кто... А, вот. Ну-то ничего страшного. Самое главное не забыть, что он здесь есть. О, ты гад! Так, и что тут у меня с патронами? Внутри в запасе. Три в запасе всего-навсего. Так, ну вот этого вот точно нужно валить. Так, ну мы видим, да? В голову ему, в голову. Есть. Фу, как-то так. Кажется, немножко сложновато. Но ничего страшного, ладно. Справимся. Я уверен, что справимся. Самое главное вот здесь вот отстреляться и найти еще патронов. И что-нибудь такое, что нам поможет. Вот, все с патронами. С патронами у нас все. Внутрь я, скорее всего, не зайду. Да, может и зайду. Ну-ка. Если вот так вот псов-то мы отстреляли с вами. Все равно где-то кто-то видит, слышит. То ли наверху. Вот это вот берем. А, вон они видят. Вон они слышат. Вот, и может быть я не прав, что сюда заскочил. Не прав. Сейчас сдохну. Так, короче говоря, бежим отсюда. Вы видите, да, что у меня со здоровьем? Фух, вот это жестяк. А вы говорите, бегающий там, прыгающий, да? Вот где выживание. Действительно, вот это вот выживание.
с одного удара, когда вас практически выносят, когда здесь их просто нереальное количество, действительно нужно вот теряться где-то, пытаться, чтобы вас не заметили, а не бегать направо и налево, бошки сносить. Вот это вот игрушка. Вот, хорошо, что разработчики сделали такой вот режим, который позволяет нам вот таким вот образом, да, настроить игру под себя. Так, ну это, конечно, здорово, но если мы сейчас с вами напоримся на псов, это будет плохо. Это будет как минимум плохо. 12.55, и, в общем, я не рискну ночью выходить, вот откровенно говоря. Не рискну, потому что, во-первых, ночью плохая видимость, и стая псов, я уверен, что просто загрызут нашего героя, то есть... Вы видите, да, что два укуса, 2-3 укуса псов и дрова нашему герою. Уж не говоря о том, что если зомбак просто подойдет и одним ударом остатки здоровья может просто снести, да и все. Вот. Так, ладно. Действительно выживание. Собираем ягоды в лесу. Я даже не побрезгую. Яичко какое-нибудь из гнезда вытащить, скушать. Так, и хочу посмотреть, что у нас. У нас 10-миллиметровые, но это, кажется, не те, да? Это, кажется, не те патроны, которые нам с вами нужны, да. Это пистолетик так себе. Совершенно не то. Вот у нас есть чуть-чуть буквально патронов, но это на одного пса. Пускай на двоих. Потому как этот пистолет, так, слабенький, так скажем, да, вот, слабенький, и особо рассчитывать на то, что он нам поможет, то есть я так думаю, что все же я сэкономлю эти патроны для того, чтобы, ну, вдруг совсем уж какая-нибудь такая вот ситуация невыносимая, да, чтобы мы смогли с вами, если что, отстреляться. Бежим, бежим, бежим отсюда, бежим. Вот, куда я бегу? Сам не знаю еще толком. Вот, ну куда-то бегу. Где-то вот тут вот в кустиках сяду, посмотрю карту. Так, мы с вами вот здесь вот, к сожалению, да, ну посмотрели, ну так себе. Вот, и у нас вот какое-то здание. Вот сюда бы, конечно же, желательно было бы попасть. Вот, и я постараюсь выкурить все же всех оттуда зомбаков каким-то образом. Самое главное, нам бы найти таблеток. Ага, выкурил. Я уже вижу, что, во-первых, это лагерь у нас. Да, во-вторых, в этом лагере мы видим, что полно зомбачья. Так, но если это у нас военный лагерь, то, возможно, где-то здесь есть мины, да? Вот, мины тогда нам помогут, я уверен. Так, нас уже узрели. Самое главное, чтобы... А, вот они, эти мины. Вот мы видим, что уже народ взрывается на этих минах. Берем. Берем, смотрим по сторонам, на карту. Чтобы нас не окружили, один удар. Не забываем, что один удар. Нашему герою. И мы отправляемся на тот свет. Так, ну мы видим, что взрываются зомбаки. Вот это мне нравится. Я бы даже хотел проследить, как все это... Как все это выглядит со стороны. Самое главное, самому не напороться на ту же мину. Мины, коровьи лепешки, да? Но на самом деле гнездо, конечно же, выглядит так. Вот, и сейчас вот этот вот зомбак отправится на тот свет. Мы смотрим. Отлично. Прям космонавт настоящий. Так, мины, пожалуй, я даже... Вот, все не все, но по максимуму сейчас соберу. Потому как это единственное оружие, которое у нас с вами сейчас есть. Которая нам поможет в выживании. Так, видим, слышим, что взрываются. Это хорошо. Здесь же где-то у нас должно быть оружие.
пожалуй, я внутрь попытаюсь заскочить. Вот, и найти это самое оружие, пока тут, пока они, короче говоря, веселятся. 7 секунд. Сзади кто-то движется, но я думаю, что я успею. Отлично. Вот. Это просто отлично, что я могу сказать. Так, и я бы хотел все же как-то тут sensed, да, то есть нас слышат. Все же я хотел бы как-то тут вот так вот присесть. Посмотреть, что мы с вами нашли в этом лагере. Мы нашли пистолет один, второй и третий у нас, да. Мы можем даже вот так вот, кажется, их отремонтировать. Извините, да. Так. Вот крафт. Это что мы... погодите, это... Сенст опять увидели. Да что ж ты будешь делать-то? Undetected. Где-то вот здесь вот присесть. Ищут, да? Hunted. Так, я хотел по-другому. Я хотел посмотреть, как-то его отремонтировать. Вот. Мы с вами едва не разобрали его, да? На запчасти. Где кто? А, бежим. Вот он. Вот один он, второй. Таблеточек бы, таблеточек нам. Да, но здесь их много, действительно много. Вот, и придется, ничего не поделаешь, придется все же с ними воевать. Так, первый пошел. Второй, третий пошел. Где-то тут еще я слышал. Ух ты ж, нифига себе. Это с той стороны взорвался. Фу, так, ладно. Давайте вот это вот возьмем. Материал, потому как он нам может быть понадобится. Для того, чтобы... сделать себе спальник. Тут ничего. Вот здесь вот может быть что-нибудь интересное есть. Вот, ну и теперь у нас более-менее так, конечно же, таблеток все равно нет. И, к сожалению, нет какой-нибудь брони. Вот, но все же я как-то себя полегче чувствую теперь вот. Попроще. Вот, есть спальник. Хорошо. Вот это мы берем. Спальник сразу же я выкладываю где-то. Где-то, короче, его нужно выложить. Взрывается, слышим. Так, вместо вот этого я возьму пистолет. Где у нас тут отремонтированный, да? 10-миллиметровые или... кто его знает, какие-то. Вот так вот мы будем их постепенно ремонтировать. По крайней мере, в пистолете есть у нас патроны в этом. Так, и спальник я хотел. Спальник. Все же где-то здесь выложить пока что спальник. Чтобы, если что, здесь вот и заспавниться, да, если вдруг какой-нибудь... позорный такой вот момент. И мы сдохнем. Патроны берем. Вот. Ну и не забываем, у нас, в общем-то, скоро ночь. Поэтому как-то тут нужно поскорее, сам я себе напоминаю, что нужно поскорее как-то тут управляться. Берем. Опять же, спальник еще один берем. Вот, я бы хотел все-таки не в лагере в этом переночевать, а все же отправиться куда подальше. Какой-нибудь дом найти. Затариться сейчас этими минами. Обложить этот весь дом. Будущий, да? Пока что. На ночь. Обложить все минами, и если там кто, пускай взрывается. Если кто захочет отведать нашего героя. Так,
Давайте смотреть. Во-первых, мы с вами, вот он лагерь, вот эта заправка. Но я думаю, что в этой заправке мы с вами закончим в следующей, то есть как мы вот так вот оббежим карту, как я и говорил, да? Вот полностью ее обойдем. И где-то вот здесь вот и закончим в этой заправке. Это у нас будет конечный пункт, чтобы сейчас не возвращаться назад. Вот. Ну а сейчас я так думаю, что мы вот сюда вот доберемся с вами и там заночуем. Потому как до ночи времени не так, чтобы очень уж много осталось. Вот, теперь более-менее мы себя чувствуем, так скажем, уверенно. Вот, нельзя сказать, что прям так уж как-то хорошо, но более-менее уверенно из-за того, что у нас есть оружие, хоть какое-никакое, да, но есть. Так, это мы крафт пистолеты мы забираем. Крафтим металлолом. Добираемся до вот этого вот здания. Будем идти по дороге, потому что здесь могут быть где-то автомобили. Вот, ну и рюкзаки никто не отменял, да, вот. Вот эти вот тоже будем собирать, еду. Еще одна, да зачем мне сколько? Пустые банки берем, так как я знаю, что мы можем набирать. Так, понял. Давайте мы вот так вот сделаем попроще. Да. Попроще не получится. Патрончиков-то у нас с вами нет. Вот какие-то есть. Может, это они. Но, скорее всего, нет, да? Да нет, хорошо. Да нет, наверное, хорошо. Так. Зашевелились, увидели. Видели, услышали. Будем отстреливаться, что поделать-то. Псов-то целая куча. Взад тебе. В голову. Вон еще один с этой стороны, с той стороны. И вот этого нужно завалить по-любому, потому как я знаю, что со спины будет нападать, скорее всего. Вот, хорошо. Вот теперь действительно хорошо. А вот это вот мы говорили, что будем брать. Что если бы, если у нас вдруг по какой-то причине закончатся спальные мешки, то чтобы можно было все-таки сделать. И вот, извините, вот то, что я говорил, да, вот то, что я хотел. Вот, совсем другое дело. Вот теперь вот, вот теперь вот мы с вами живем. Так, окей, мы стреляли псов, здесь вроде бы как пока никого нет. А, нет, вон появились. Но нам все равно где-то здесь нужно будет ночевать. Это у нас то ли лесопилка, то ли что. Это такой вот канистра с бензином берем. Где-то здесь мы с вами и остановимся. Металлолом берем. Вот. Тогда на этом я буду с вами прощаться. В следующей части мы попытаемся забраться куда-то вон туда. Зачистить зомбаков здесь всех. И, в общем-то, переночевать ночь. Вот, мы даже можем начать вот прям вот так вот. Не совсем так, но вот, хорошо. Хорошо пошло. Смотрим также, чтобы нас сзади кто-нибудь не скушал. Отлично, просто отлично.
Ну что, мне нравится? Мне нравится. Экономятся патроны. Тут, конечно же, зомби могут просто на звук сбежаться со всей округи. Вот, но тем не менее, я считаю, что это правильный вариант. Вот так вот делать. Более правильный, так скажем, вариант, да? А не, смотрите, спавнится и спавнится. Да сколько у вас там их? Просто офигеть. Ну что же, встретимся с вами в следующей части. Продолжим битву за выживание. Всем удачи, всем пока.